В 19 веке на смену упряжным животным пришел трактор. Впервые тракторы с паровой машиной стали применяться в Англии и во Франции. В дореволюционной России тракторы насчитывались единицами. Механизация в нашей стране началась после Великой Октябрьской социалистической революции. Механизация внесла коренные изменения в производство. Уже появились и появляются более энергонасыщенные и современные тракторы. Если в 1970 году мощность двигателей тракторов составляла 336 миллионов лошадиных сил, то в 1980-м она уже равнялась 497 миллионам лошадиных сил. Независимо от конструктивных особенностей, все тракторы имеют двигатель с пусковым устройством, передаточную часть, ходовую часть, рабочее оборудование и органы управления. В двигателе химическая энергия топлива преобразуется сначала в тепловую, а затем тепловая энергия – механическую. Ходовой аппарат трактора имеет гусеницу. Эта гусеница представляет собой бесконечную шарнирную стальную ленту, по которой катится трактор. Опорная поверхность гусениц очень велика. С почвой одновременно сцепляется 10-12 почвозацепов гусеницы. Движение гусеничных машин направляют, изменяя скорость вращения одной гусеницы относительно другой. Последнее производится при помощи управляемой фрикционной муфты сцепления или планетарного механизма, включенного в трансмиссию трактора между промежуточной и конечной передачей. Если после отсоединения двигателя нужно остановить трактор или замедлить скорость его движения, включают тормозную систему. При торможении только правой или левой гусеницы трактор делает крутой поворот. Тракторы могут иметь самые разнообразные применения, но бесспорно одно, что понятие «трактор» у нас неразрывно связано с понятием «земля». Если трактор применяется в сельском хозяйстве, то он используется на пахоте, сплошной культивации, посеве, уборке. Во всех этих ситуациях трактор непосредственно участвует в процессе обработки земли. Если же трактор применяется в строительных работах, то его работы также связаны с землей. Отрывка котлованов и траншей для подземных коммуникаций, разравнивание площадок, перевозка материалов в труднопроходимых условиях. Даже если трактор просто едет, то и здесь внимание приковано к земле. Это обусловлено плотным прилеганием гусениц к земле, преодолением сопротивления земли, прилипанием влажного грунта к гусеницам, а также четкими следами, которые оставляет трактор на земле. В связи с тем, что понятие «трактор» тесно соприкасается с понятием «земля», оно также тесно связано с понятием «народ». Недаром в народе трактор любовно именуют «стальным конем», а трактористы, люди, управляющие этими машинами, в народном фольклоре занимают очень весомое место. При этом они наделяются в основном положительными качествами, а среди лиц женского пола бытует миф о том, что трактористы наделены необыкновенной сексуальной силой. Если же трактористом является женщина, то она в сознании общественности отождествляется с так называемым образом «бойкой девушки». И лица мужского пола относятся к ней несколько боязливо, хотя чаще этот образ не соответствует реальному психологическому образу женщины-трактористки. Упираясь гусеницами в землю, он медленно продвигается вперед, выжимая из земли влагу и оставляя за собой сырые глубокие следы с характерными поперечными линиями вмятинами. Следы преимущественно имеют вид двух прямых параллельных линий. Они являются оттиском от гусениц. Если их залить гипсом, то можно получить скульптуру гусеницы, но только любой длины.
а не соответствующей истинной длине гусеницы. Перед собой он толкает с некоторым усилием кучу земли, которая постепенно увеличивается, но, достигая определенного размера, осыпается по краям, оставляя длинные цепи возвышенностей, состоящих из земли с нарушенной природной структурой, ставшей сыпучей формой. Гусеницы, переваливаясь по колесам сверху, издают ляск, и при этом с них осыпаются комья прилипшей земли. Внутри монотонно клокочет мотор, но когда он предпринимает усилия для преодоления препятствия, он издает громкий рык, и из трубы вываливается клуб черного дыма. Когда он движется, земля вокруг дрожит, а также вибрирует воздух. Если находиться возле него, то можно чувствовать, как от него исходит жар и запах солярки. Состояние депрессии вызывает монотонное движение. При этом в мозгу возникает ощущение ненормального напряжения. Давление на стенки черепной коробки изнутри. Уши как будто закладывает. Слышится нереальный звон. Клонит в сон. Но тело не может находиться в покое и требует движения. В сознании всплывают неопределенные образы, но все они побуждают к беспричинному волнению, к настороженности и к подозрительности ко всем окружающим предметам и явлениям. Ощутимое волнение возникает при виде летящей вороны. Оно усугубляется ее заунывным карканьем. Подозрение падает на тень от дерева. Оно переходит в навязчивую идею. Если приближаются сумерки, где закат красного солнца предъявляет новую заботу, суть которую ловить трудно, почти невозможно, в сердце появляется неприятное ощущение, которое распространяется на все члены тела. В затылке ощущается покалывание и тяжесть. Глаза широко открываются, зрачки сужаются, взгляд направлен на тяжелый ковш, который монотонными движениями все глубже и глубже углубляет яму в земле, доставая и высыпая новые порции земли. Кажется, что он достанет нечто загадочное, доселе скрытое, и, скорее всего, это будет облипшая слоем земли кость предка, в которую хочется вцепиться зубами, но останавливает мысль о том, что на ней может находиться трупный яд. Я не согласна с теми, кто утверждает, что трактор не подвластен женщине, что это не женская работа. Все это не так. Я безумно люблю свою работу. Вставаю в уборочную и посевную до восхода солнца. Я с радостью думаю о том, что вот я сейчас умоюсь, наскоро перекушу и бегом в поле. Вот я сяду на гладкое, упругое сиденье и возьму рычаг управления на себя. Трактор зарычит, завибрирует, заиграет пол, кабина. Радостная дрожь проникает и в меня. Я жму на педали, трактор трогается, медленно идет вперед, вдавливаясь гусеницами в землю, и тут я забываю обо всем. Только я и трактор. Я чувствую себя придатком, неотъемлемой частью всевозможных его рычагов, шестерен, трубок, педалей, блестящих и гладких. А о том, что нужно идти домой, я вспоминаю только, когда темнеет. Может быть, я и устаю от своего трактора, но работать на нем одно наслаждение. Извините, я побегу, он не любит простое. Thank you.
пою вдохновенно о том, как, проснувшись землянки с женой, мы по радио слышим вдвоем то, что дрожь вызывает и зной, разогнавшись в далекой степи, подавив на пути грызунов. Он зашел над простором страны, как мечта из красивейших снов. Наши души от счастья поют, мы гордимся великой страной, где побед люди легких не ждут, не обходят труды стороной. И лети, лети выше, выше, с неба светит нам око зеница. Поднимись выше туч, слышишь, слышишь, к звездам след оставляй, гусеницы. Все законы ученых презрев, взвился быть на порыве любви. Завершил он весенний посев, он работал с зари до зари. Наш челябинский трактор родной на орбиту с луной вровень стал. Ночью в небе рядом с луной виден лучший в мире металл. И теперь я ночью не сплю и жене говорю: эй, не спи. Я приемником в небе ловлю наш родимый